В Самаре подвели итоги экологической акции «Пожиратели незаконной рекламы». Организаторами стали Дума Самары и общественный молодежный парламент. Как школьники и волонтеры спасают город от нелегально расклеенных листовок и сколько человек приняли участие в акции, расскажет Светлана Кудрявцева. Через добрые дела к красивому и чистому городу. Под таким девизом в Самаре ежегодно проходит экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы». Ее инициаторы – городская дума и молодежный парламент. В этом году 4500 ребят приняли участие в этой акции на территории каждого района города по очистке от незаконной рекламы, наклеек. Ребята делали это с энтузиазмом. Школьники и студенты очищали фасады домов, остановки, столбы и деревья от незаконной рекламы. За эту работу ребятам и их кураторам вручили благодарственные письма. В числе награжденных ученица 5 класса Академии Наяновой Анастасия Бочкарева. В акции она приняла участие впервые. Когда сюда приезжают какие-то значимые люди, нам нужно показать свой город во всей красе. А когда на улицах висят всякие ненужные бумажки, не эстетично. Академия Наяновой стала рекордсменом по числу волонтеров. 670 учеников вышло этой весной на борьбу с незаконной рекламой. В 2024 году к экологической акции подключились 86 учебных заведений. А всего за годы проведения в эко-акции приняли участие более 40 000 добровольцев. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.